поселениях Северского района идет активная работа по расчистке и углублению ливневых кюветов. Только в районном центре прочистили около 9 километров кюветов. Съемочная группа вместе с помощником главы муниципалитета Давидом Гушарашвили проверила результат. У многих жителей наблюдаются проблемы с трубами. На заездах к домовладениям у многих трубы либо забитые илом, грязью, землей, либо отсутствуют вообще. Трубы необходимо чистить. Согласно правилам благоустройства, заниматься этим обязаны собственники домовладений. Каждый житель в рамках своего участка должен содержать этот кювет в надлежащем состоянии. Производить своевременную очистку от поросли, своевременную очистку от ила, ну и, соответственно, прочистку трубы на заезде. Такие факторы, как разные уровни кювета и трубы, ее загрязненность или отсутствие влияют на проходимость воды. Возникают угрозы подтоплений. К сожалению, не все жители осознают риски. Кювет прочищен, соответственно, ход воды есть. Но на данном заезде отсутствует труба. И с этой стороны ее нету, и с той стороны нету. Соответственно, куда вода должна идти дальше? Она остановится, начнет переливаться. Будет потапливать домовладение. Некоторые граждане при бетонировании или укладке тротуарной плитки не учитывают системы водоотведения. Получить консультацию по диаметру и укладке труб можно в поселенческой администрации. Администрация подскажет, какого диаметра труба должна быть, на каком уровне она должна быть. И после этого можно будет забетонировать и облагородить, и не создавать ни себе проблем, ни соседям. Нашлись и хорошие примеры. Заезд этого дома по улице Кирова оборудован железобетонным лотком и съемной решеткой. Проход воды будет достаточный. Уложена плитка, сделаны отводы дождевой воды. Тут все хорошо. Можно с данного домовладения брать пример и делать так же. Польза от ливневых кюветов минимальна, если жители не соблюдают правила благоустройства и не обеспечивают надлежащего ухода за придомовой территорией.